Productions представляет. Война в воздухе. Производство Perpetual Motion Films. Текст от автора читает Монт Маркин. Борьба за небо. С 1939 по 1945 год в небе над Европой и Тихим океаном воюющие страны вели смертельную борьбу за владычество в воздухе. В воздушной войне судьбы людей и государств зависит не только от храбрости и мастерства пилотов, но и от их машин. В бою техническая проблема, на которую не обратили внимания авиаконструкторы, может обернуться гибелью даже для самого смелого и опытного летчика. Воздушные сражения Второй мировой войны начинались на чертежных досках. Участниками этой битвы умов были инженеры и конструкторы, а шланы в лабораториях и мастерских, во время летных испытаний, на международных соревнованиях и на конвейерах. Многие жизни зависели от исхода этой битвы. Современная воздушная война диктовала свои собственные сроки. Лето 1940 года. Люфтваффе у Ла-Манша. Впереди Великобритания. Японская империя устремляет жадный взор на американский флот в Перл-Харборе. Мир замер на грани тотальной войны. За время Первой мировой роль военной авиации значительно расширилась. От обнаружения позиций противника до нанесения бомбовых ударов и воздушных боев. Но с началом настоящих воздушных сражений преимущество получили те, чьи самолеты быстрее пикировали, набирали высоту, разворачивались, обладали большей дальностью и лучшим вооружением. Такое техническое преимущество часто означало разницу между жизнью и смертью, победой и поражением. Год 1918. Война, чтобы покончить с войнами, окончена. Асы и летчики, оставшиеся в живых, демобилизованы. Те же, кто остался в строю, становятся никому не нужными пасынками в армии и флоте своих государств. Однако с перемирием борьба за господство в воздухе не закончилась. Некоторые пилоты, не в силах отказаться от неба, зарабатывают на жизнь настоящей воздушной акробатикой. Другие уходят в гражданскую авиацию. Авиагонки устраиваются все чаще, интерес к ним растет. Это испытание скорости и выносливости. Еще одно проявление национальной гордости, на этот раз в создании новых мощных самолетов. Вскоре такие гонки превратятся в полигон для испытания машин, которым в составе союзных войск предстоит встать на пути разрастающихся армий врага. Воздушные гонки на приз Шнайдера для гидросамолетов, впервые проведенные в 19 году, быстро становятся одним из крупнейших международных соревнований. В 29 году Великобритания выигрывает приз Шнайдера со своим экспериментальным цельнометаллическим монопланом Supermarine S6. Это детище конструктора Митчелла, главного авиаконструктора мастерских Supermarine в Саутгемптоне. Но конструирование и постройка самолета обходятся недешево. Сэр Хью Тренчард, командующий королевских ВВС, озабоченный обороной мощью Великобритании, требует, чтобы Министерство финансов поддержало работу Митчелла. Однако в 30-м году правительство лейбористов, выступающее за разоружение, провозгласило гонки на приз Шнайдера спортивным мероприятием, не подлежащим финансированию со стороны государства. Казалось, что для Митчелла и командования ВВС все потеряно. Но неожиданно леди Фанни Хьюстон, богатая патриотка и борец за права женщин, предложила им сказочную по тем временам сумму — 100 000 фунтов стерлингов.
Благодаря дару леди Хьюстон, модель Митчелла 31 года с характерным эллиптическим крылом, призванным снизить лобовое сопротивление и повысить скорость, поставила новый мировой рекорд скорости полета — 407 миль в час. На 200 миль в час быстрее, чем лучший истребитель Англии тех времен — Хокер Фьюри. Год 1933. Треншард и остальные в Министерстве авиации, встревоженные ростом нацизма и новой воинственностью Германии, подозревают, что германская государственная авиакомпания Люфтганза на самом деле является прикрытием для создания военной авиации. Когда Гитлер назначает летчика-ветерана Первой мировой по имени Герман Геринг новым министром гражданской авиации, англичане начинают понимать, что истинной целью возродившейся немецкой авиапромышленности является наступательная воздушная мощь. На авиазаводах Байера работает талантливый конструктор профессор Вилли Мессершмитт. А на заводе Фоки Вульфа профессору Курту Танку удалось собрать прекрасную команду авиаинженеров. Вряд ли их намерения можно назвать мирными. Для того, чтобы найти замену Фьюри, британское министерство авиации обращается к Фокеру. Им нужен одноместный высокоскоростной моноплан истребитель. Министерство авиации также считает, что на базе обладающих хорошими летными качествами гидропланов можно создать новый хороший истребитель. Митчелл — человек немногословный, проявляет свое красноречие на чертежной доске. Он заменяет посадочные поплавки на убирающиеся шасси на широкую. К тому же он улучшает и без того обтекаемый фюзеляж. И Хокер, и Супермарин конструируют свои новые самолеты в предвкушении более эффективного и мощного двигателя. Он назван Rolls-Royce 1200 Merlin. Сэр Генри Ройс обещает наладить поставку нового двигателя к середине 1934 года. Тем же летом Геринг отдает приказ Вилли Мессершмитту разработать одноместный истребитель-перехватчик. В нем должны сочетаться минимальный планер с самым мощным по тем временам двигателем. Для прототипа используют двигатель Rolls-Royce Kestrel, лучший двигатель на открытом рынке. Октябрь 1936 года. Печально прославившаяся Берлинская Олимпиада. На ней союзников поджидал неприятный сюрприз. Плод гения Мессершмитта. Новый самолет Мессершмитт 109. Спустя две недели дебютирует новый самолет королевских ВВС Хокер Харрикейн. Затем, еще через 6 месяцев, долгожданный ответ компании «Супермарин» на «Мессершмитт 109» взлетает в аэродроме в Гэмпшире. Самолет называется «Спитфайр». И «Спитфайр», и «Харрикейн» используют новый двигатель «Мерлин». Убежденные, что в связи с наращиванием нацистских войск, Министерство авиации вскоре начнет размещение крупных контрактов, Хокер решил сразу же наладить массовое производство «Харрикейнов». Его ставка оправдалась. Через 3 месяца правительство заказывает 600 машин. В тот же день правительство также заказывает 310 спитфайров у компании «Супермарин». Заводы Мессершмитта в Регенсбурге налаживают производство Мессершмитта 109. Сравнения между британскими и немецкими истребителями становятся неизбежными. Гитлер, открыто гордясь своей растущей мощью, говорит о превосходстве 109-го Мессершмитта. Геринг, ставший главнокомандующим Люфтваффе, отправляет самолет Мессершмитт 109 на международную экспозицию 1937 года в Цюрихе. Союзники потрясены. Мессершмитт обладает прекрасными характеристиками. У него большая скорость. И большая скорость набора и потери высоты, чем у конкурентов. Реальность германской военной мощи отрезвляет. Гонки усиливаются. Супермарин пытаются модифицировать Спитфайр для того, чтобы улучшить его летные характеристики. На заводе Хокера Харрикейн получает новое вооружение и новый двигатель. Но на Мессершмитт 109 устанавливается новый двигатель с прямым вспрыском топлива и воздушный винт изменяемого шага. Он также получает новое дополнительное вооружение. Каждая сторона пытается улучшить свои истребители. Однако, в отличие от гонок начала 30-х годов, весь мир замер в страхе.
Победитель этой гонки определится в воздушных сражениях над Европой. Заря. 1 сентября 1939 года. Люфтваффе обрушивается на Польшу. Они уничтожают польские ВВС прямо на земле. Бронетанковые подразделения Райха переходят границу. Через 18 дней Польша падет. Впервые авиация была использована для нанесения первого мощного удара. Мир потрясен той скоростью, с которой Германия покорила Голландию, Бельгию, Скандинавию и Францию. Слабость британской авиации становится особенно очевидной, когда над Францией более половины самолетов королевских ВВС сбиты. July 16th, 1940. Гитлер, агрессивные намерения которого уже невозможно скрыть, в ярости. Англия не сдается. Он решается на вторжение. Перед началом операции «Морской лев» Люфтваффе должны размять британскую оборону ударами с воздуха. Ранее, в сражениях над Европой, когда самолеты Spitfire и Hurricane пытались преследовать мессершмитты на высоте более 20 тысяч футов, часто это им не удавалось. И что еще хуже, по оценкам британской разведки, у Люфтваффе в 3, а то и в 5 раз больше самолетов, чем у англичан. Истребители Люфтваффе, принимавшие участие в боевых действиях в Испании и по всей Европе, гораздо лучше подготовлены, чем пилоты королевских ВВС. Однако у Британии есть одно техническое преимущество. Роберт Уотсон Уотт, ученый-метеоролог, совсем недавно разработал новую систему под названием «Радар». В середине 40-го года созданы системы радарных станций раннего предупреждения от острова Уайт на побережье Ла-Манша до реки Темз на Северном море. Вражеские самолеты теперь можно обнаружить на расстоянии до 100 миль. Отпала необходимость патрулирования со стороны британских истребителей. Они могут оставаться на земле, экономя топливо и взлетать в воздух в последний момент. Англичане готовятся к атаке. По оценкам разведки, враг скопил 3500 боевых самолетов на базах по всей Европе. Тысячи новых самолетов находятся в производстве. Однако на данный момент у королевских ВВС всего 700 истребителей. Затем, в ночь на 5 июня, 30 германских бомбардировщиков наносят бомбовый удар по прибрежным аэродромам. Англичане готовятся к худшему. Однако, по непонятным причинам, Гитлер сомневается. Таким образом, англичане получают драгоценное время на внесение последних модификаций в свои машины. Если улучшение возможно, его необходимо добиться именно сейчас. Харрикейны и Спитфайры во многом уступают Мессершмитту 109, который обладает винтом с изменяемым шагом. На большой высоте эта разница может привести к поражению. В экспериментальном порядке на одну машину Spitfire установлен воздушный винт изменяемого шага. Результаты потрясли всех. Самолет может подниматься на 7000 футов выше, чем раньше. Маневренность также улучшается. Не ожидая одобрения Министерства авиации, сэр Хью Даудинг, командующий истребительной авиацией, распоряжается, чтобы на всех самолетах был установлен такой винт. Через месяц эта работа сделана. 13 августа 1940 года. Германское командование назвало этот день «Днем орлов». Задача уничтожить британскую авиацию на земле и одновременно нанести удар по сети радарных станций раннего предупреждения, а также по производственным мощностям. Однако День Орлов не принес ожидаемого успеха. Улучшенные Спитфайры и Харрикейны атаковали от солнца. Уворачиваясь от мессершмиттов сопровождения, они обстреливали пикирующие бомбардировщики «Штука» и средние бомбардировщики «Юнкерс-88» из пушек, установленных на крыльях.
15 августа, 11 часов. Radar screens in Kent light up. Вспыхивают экраны радаров в Кенте. Германские самолеты в огромном количестве скапливаются над Кале. 30 минут спустя пикирующие бомбардировщики Штука с мессершмиттами 109 сопровождения проходят скалы Дувра. Чуть дальше на север одновременно атакуют три крупных соединения Северного моря. В то же время юнкерсы 88 из Дании приземляются в Северном Алжире. Битва за Британию началась. Прежде всего, Люфтваффе полагается на Юнкерс 88, средний бомбардировщик, обладающий скоростью истребителя. Однако выясняется, что у германских бомбардировщиков есть один серьезный недостаток. У них нет хвостового вооружения. Если Спитфайры и Харрикейны атакуют сзади, бомбардировщики исключительно уязвимы. Однако во время усиленного маневрирования карбюраторные двигатели Спитфайров и Харрикейнов дают перебои, а могут и заглохнуть. Двигателям мессершмиттов с прямым спрыском топлива это не грозит. На большой высоте, в тесном сражении, мессершмитты имеют огромное преимущество. Однако дальность полета мессершмитта 109 ограничена. Оказавшись на территории Великобритании, они могут или держаться поближе к своим бомбардировщикам, или атаковать британских истребителей. Но обе эти задачи им не по силам. Не желая жертвовать драгоценными бомбардировщиками, Геринг делает серьезную ошибку. Он распоряжается, чтобы мессершмитты держались поближе к бомбардировщикам. Отказавшись от боя на большой высоте, мессершмитты лишаются главного преимущества. А на земле мессершмиттам приходится расплачиваться за серьезную недоработку конструкторов. Из-за слишком узкой тележки шасси мессершмитт 109 делает слишком крутой разворот при рулежке самолета на взлете и на посадке. Даже опытные летчики с трудом управляют машиной. За первые два года войны 1500 мессершмиттов потеряны во время аварий на взлетно-посадочной полосе. Оборона обходится защитникам Великобритании недешево. Однако один ключевой элемент дизайна Харрикейна оказывается как нельзя более кстати. Королевские ВВС лишаются наиболее опытных пилотов. Все чаще за штурвалы садятся зеленые неопытные летчики и добровольцы из других государств. Однако широкое шасси Харрикейна по контрасту с узким шасси мессершмитта 109 позволяет осуществлять достаточно безопасную посадку и взлет. Постепенно устанавливается равновесие. Летчики Люфтваффе, которые более не в состоянии подойти к военным целям из-за британских истребителей, обращают всю ярость своего оружия против города Лондон. День и ночь на Лондон и его жителей сыпется настоящий град бомб. Каждый раз английские истребители поднимаются навстречу врагу, на стороне которого по-прежнему огромное численное преимущество. Англичанам удается сдерживать натиск немцев. Наконец, 17 сентября Гитлер откладывает операцию «Морской лев» на неопределенный срок. За три жестоких месяца Люфтваффе потеряло 1733 самолета, англичане всего 915. Со злости нацисты начинают безжалостные ночные бомбардировки Лондона. Эта операция войдет в историю под названием «Блиц». Через 8 месяцев, 10 мая 1941 года, Люфтваффе осуществляет последний ночной рейд. С 9.30 вечера до 5 утра 507 бомбардировщиков Люфтваффе сбрасывают на Лондон взрывчатку и зажигательные бомбы. Сражение за Британию закончилось, но война еще только начинается. 1941 год.
Рост напряженности в Тихоокеанском регионе. Война между Соединенными Штатами и Японской империей может разразиться в любой момент. Воскресным утром 7 декабря 1941 года это наконец происходит. Неожиданно и жестоко. После Перл-Харбора у Соединенных Штатов осталось всего 75 средних бомбардировщиков, 45 истребителей и 10 тяжелых бомбардировщиков для защиты западного побережья. Бомб практически не было, так же как боеприпасов, запчастей и другого важного оборудования. На восточном побережье ситуация была еще хуже. Япония после почти 10 лет войны в Азии была опытной, агрессивной, хорошо вооруженной и казалась неуязвимой державой. Ключевым элементом японской военной машины был один самолет — истребитель Mitsubishi Zero. За 4 года до этого, в 1937 году, когда японские бомбардировщики проникали все глубже и глубже на территорию Китая, имперскому флоту понадобился новый истребитель, обладающий большой дальностью полета, высокой маневренностью и исключительной скоростью. Использовав новый сплав алюминия, японцы разработали трубчатую конструкцию планера. Mitsubishi наладили производство этих легких истребителей в огромных количествах. Для японцев Zero — это то же самое, что Spitfire для англичан. Zero — это первый истребитель авианосного базирования, способный противостоять самолетам наземного базирования. Против Zero флот и морская пехота Соединенных Штатов могла выставить Wildcat Grumman. Wildcat обладал толстой обшивкой и тяжелым вооружением. Однако он был гораздо медленнее, тяжелее и далеко не таким маневренным, как Zero. Несмотря на потрясающие способности Zero, его можно было назвать смертельным капканом для летчика. Лишенные защитной брони и протектированных топливных баков, Zero жертвовал безопасностью летчика ради скорости и дальности. Американцы не знали об этой машине практически ничего, кроме того, что она появлялась неожиданно и, как казалось, везде сразу. Дела Америки пошли на поправку следующим летом, когда потерпевший катастрофу, но практически неповрежденный Zero был обнаружен на Алеутских островах. Его быстро отправили в Соединенные Штаты и тщательно изучили. Его сильные и слабые стороны проанализировали Лерой Грумман и Джейк Свербелл на предприятии Grumman Aircraft. Испытания помогли дать ответ на вопрос, какой самолет нужен Соединенным Штатам для того, чтобы противодействовать Zero. Работа над этой машиной уже приближалась к завершению на заводах Груммана. В середине 42 года, за несколько недель до сражения Мидвей, Грумман и Свербелл были готовы впервые испытать свой новый истребитель. Однако капитан-лейтенант Джон Тач, один из тех, кто отвечал за тактику воздушного боя, настаивал на том, чтобы самолет получил больший потолок и дополнительную скорость. Новый, более мощный 18-цилиндровый двигатель Pratt & Whitney был установлен вместо старого. Наконец-то, американские летчики получили свое распоряжение оружие против Zero. Моряки назвали его Hellcat. К концу 43-го года флот получил более 2500 этих истребителей. Они не могли соперничать с Zero в маневренности, однако обладали достаточной скоростью и вооружением, чтобы их появление сказалось на легковоспламенимых Zero на Тихоокеанском театре боевых действий. Июнь 44-го года. Американскому флоту необходимо было вовлечь японский флот в решающее сражение.
5-й флот адмирала Реймонда Спрунса и Соединенный флот адмирала Тайоба встречаются в Филиппинском море неподалеку от Марианских островов Сайпан, Гуам и Тиньян. Тайода заявляет, судьба империи зависит от исхода этого сражения. Американцы готовятся к массированному воздушному нападению с японских авианосцев. На палубах шести авианосцев стоят «Зеро». Утром 19-го битва за Филиппинское море начинается. Лейтенант Александр Брасио и его эскадрилья F-6 Hellcat'ов взлетают с палубы авианосца «Лексингтон». Набирая высоту, он замечает 60 японских самолетов, которые приближаются к американскому флоту. Он вступает в сражение. К концу дня на счету самого Брасио 6 сбитых вражеских истребителей. Он становится асом за один день. К концу сражения на счету 58-го оперативного соединения и их истребителей F-6 Hellcat, около 400 сбитых японских истребителей, пикирующих бомбардировщиков и торпедных бомбардировщиков. Неуязвимый в прошлом Zero наконец-то встретил достойного противника F-6 Hellcat. В этот день победа далась американцам настолько легко, что воздушную битву назвали «Марианский отстрел индеек». В 1943 году на Европейском театре 8-я воздушная американская армия, которая базировалась в Великобритании, начала дневные бомбардировки стратегических целей. 18 летающие крепости — это 27-тонные машины с экипажем в 10 человек. Поскольку союзники все еще не обладали истребителем с достаточной дальностью для сопровождения бомбардировщиков, V-17 должен был сам позаботиться о своей защите. Но несмотря на установленную броню и пулеметы спереди, сзади, сверху и снизу, бомбардировщики по-прежнему сбивались достаточно часто. На расстоянии 175 миль истребители сопровождения Spitfire были вынуждены вернуться из-за нехватки топлива. На расстоянии 230 миль P-47 Thunderbolt также возвращались на базу. Как терпеливые хищники, истребители Люфтваффе ожидали своего часа и начинали охоту. За год до этого у немцев появился новый истребитель Focke-Wulf 190, разработанный Куртом Танком, главным конструктором завода Focke-Wulf. Этот самолет был серьезным шагом вперед. Простой, легкий и тем не менее прочный и обладающий замечательными пропорциями, этот самолет, на котором был установлен двигатель BMW со звездообразно расположенными цилиндрами, мог разворачиваться на скоростях, недоступных другим машинам. Обладая преимуществом скорости, Focke-Wulf 190 мог легко выйти из боя со Spitfire'ом или P-47, а затем вернуться обратно. В качестве ответа на этот самолет компания Hawker Aircraft разработала свой истребитель Typhoon, наследник Hurricane. Спешка была такой, что королевские ВВС бросили новый истребитель в бой без достаточных испытаний. Во время налета на Диеп на побережье Франции в августе 1942 года эскадрилья самолетов «Тайфун», атакуя от Солнца, наткнулась на боевой строй Focke-Wulf 190. «Тайфуну» удалось сбить три германских истребителя. Однако две новых машины лишились хвостового оперения. Они не смогли выйти из пике. Вскоре после этого было принято решение снять «Тайфун» с вооружения. Заря. 17 августа 1943 года. 147 бомбардировщиков F-17 4-го крыла 8-й воздушной армии ожидают разрешения на взлет. Густой туман. Их цель — завод Мессершмитта в Регенсбурге, на территории Германии. Чуть дальше и также в густом тумане находится 230 бомбардировщиков первого бомбардировочного крыла.
Их цель — подшипниковый завод в Швайнфурте. Подшипники, произведенные в Швайнфурте, являются ключом к производству германских самолетов и танков. В Регенсбурге строятся истребители для Люфтваффе. Успех зависит от одновременного нанесения ударов по обеим целям. Но густой туман по-прежнему задерживает взлет. Наконец, поздним утром регенсбургская группа взлетает. У голландского побережья на пути бомбардировщиков и истребителей сопровождения Thunderbolt встает отряд Фокке-Вульфов 190. Over Belgium, над Бельгией немецкие самолеты переходят в атаку. Истребители P-47 на пределе своей дальности вынуждены развернуться и идти домой. Они ничего не могут поделать. Если они останутся, чтобы принять участие в сражении, то упадут где-нибудь над Северным морем. 11:50. Регенсбургская группа подвергается беспрестанной атаке вот уже полтора часа. Сейчас, в условиях хорошей видимости, уцелевшие бомбардировщики сбрасывают свой груз на завод Мессершмитта. В то время как потрепанные остатки регенсбургской группы продвигаются к Северной Африке, сильно задержавшаяся швайнфуртская группа наконец-то оказывается на территории Германии. Истребители Люфтваффе, успевшие перевооружиться и дозаправиться, даже не ждут отлета истребителей сопровождения P-47. Всю дорогу до Швайнфурта и обратно на B-17 обрушивается волна за волной вражеских истребителей. Из 375 B-17 сбиты 60. Еще сотня серьезно повреждена. Во многих случаях их уже не удастся спасти. После второго налета 8-й воздушной армии на Швайнфурт, 2 месяца спустя, 20% бомбардировщиков так и не вернулись домой. Такие потери слишком велики для союзников. Необходим новый истребитель, способный сопровождать B-17 к цели и обратно. От этого зависит судьба усилий союзников на европейском театре. 4 годами ранее, в конце 1939 года, англичане хотели приобрести большое количество американских истребителей Кёртис-Райт. Однако, чтобы наладить производство новой машины, XP-46 требуется еще несколько месяцев. Англии самолеты нужны сейчас. Желая хоть как-то помочь англичанам, генерал Хап Арнольд, командующий армейской авиацией, распоряжается увеличить производство P-40 и отказаться от XP-46. Однако англичане прекрасно понимают, им нужен гораздо лучший истребитель, чем старенький P-40. Они убеждают Дача Киндлбурга и Лиланда Атвуда из компании North American Aviation разработать новый самолет на базе XP-46. После непродолжительных переговоров Киндлбургер и Атвуд приобретают всю необходимую информацию у Кёртиса. Создание нового истребителя поручается главному конструктору компании Эдгару Шмуду. Всего 6 лет назад Шмуд работал на предприятиях Мессершмитта и Фокке-Вульфа в Германии. 14 августа 1940 года, через 102 дня после заключения контракта, прототип нового истребителя, получивший название NA-73, сошел с конвейера. Через 2 месяца он впервые поднялся в небо для летных испытаний. Самолет казался многообещающим. На средних высотах его скорость достигала 400 миль в час.
с неплохим ускорением в пике и простым управлением. Однако слишком медленно набирал высоту, потому что обладая ограниченной задней видимостью. На высотах свыше 18 тысяч футов он не мог противостоять Мессершмитту 109. Многообещающий самолет, но совсем не тот, который нужен был англичанам. Королевские ВВС использовали его для разведки. А инженеры пытались превратить его в пикирующий бомбардировщик. К тому времени машина получила новое имя, даже несколько. Для армейской авиации самолет назывался Apache. Северные американцы прозвали его P-51. Англичане же, вспомнив популярную песню «По сади свой грусть на мустанга и заботы умчаться прочь», назвали его «Мустангом». Это имя прижилось. Затем в апреле 1942-го Рональд Харкер, летчик-испытатель компании Rolls-Royce, вернулся после полета в «Мустанге» с новой идеей. В качестве эксперимента Харкер предложил установить на «Мустанге» вместо двигателя Эллисона двигатель Rolls-Royce Merlin 61. Тот же самый двигатель, который стоял на легендарном Spitfire. Британское министерство авиации не желало тратить время на практически неиспытанную, а тем более еще и американскую машину. Тем не менее, двигатель Rolls-Royce Merlin был установлен на один Mustang. Результаты оказались потрясающими. С новым двигателем Mustang P-51B отлично вел себя на больших высотах. И что еще более важно, потреблял гораздо меньше топлива. Дополнительные топливные баки устанавливались под фюзеляжем. Теперь впервые истребители союзников могли сопровождать свои бомбардировщики до цели и обратно. 1 декабря 1943 года первые P-51B были доставлены 8-й воздушной армии в Англии. Дон Блэксли, командир 4-го истребительного отряда, требовал, чтобы новые машины достались его людям. По мнению командования, на то, чтобы освоить новый самолет, потребуется слишком много времени. Но Блэксли обещал добиться результатов за 24 часа и получил разрешение. Блэксли сказал своим летчикам, что они должны освоить новую машину на пути к первой цели – Килю. Таким образом, на изучение нового самолета они получили 40 минут полетного времени. Но это им удалось. Мустанги вели себя безукоризненно. Ставка, сделанная Блэксли на своих летчиков, полностью оправдалась. Мустанги были взяты на вооружение на несколько недель ранее, чем планировалось. Через три месяца, в марте 1944-го, мустанги сопровождали американские истребители всю дорогу до Берлина и обратно. Наконец-то, союзники получили истребитель, обладающий достаточной дальностью, истребитель которого не было у противника. Учитывая новые способности P-51, тактика сражения также изменилась. Теперь мустанги должны были не просто сопровождать бомбардировщиков, они получили приказ выискивать выгодные цели и нападать на них. Им разрешили свободную охоту, и результаты оказались впечатляющими. Бомбардировщики союзников в сопровождении истребителей наносили бомбовые удары по одному городу за другим, по разнообразным стратегическим целям, глубоко на территории Германии. Обладающие большой дальностью и высокой скоростью мустанги выискивали противника и уничтожали его. Хищник превратился в жертву.
Заканчивались приготовления к высадке союзников в Нормандии. Самолеты Люфтваффе уничтожались на земле и в воздухе. 5 апреля 1944 года истребители 4-го истребительного крыла пробились к Берлину и Мюнхену. А Астон Джентили в своей машине P-51 сбил 5 Юнкерсов 88. За время выполнения одного единственного задания в октябре полковник Чак Йегер в своей машине P-51, которую он назвал в честь своей жены Glamorous Glennis III, сбил 5 германских истребителей, в том числе новую реактивную машину Messerschmitt 262. Мустанг оказался лучшим истребителем Второй мировой войны. В день высадки 6 июня союзники царили в воздухе над Европой. Накануне вторжения командующий союзных войск Дуайт Эйзенхауэр мог с уверенностью сказать своим войскам: «Любой самолет, который вы увидите в небе, будет нашим». К концу войны истребители 8-й воздушной армии сбили 5200 вражеских самолетов и уничтожили еще 4200 на земле. Люфтваффе потерпело поражение. Вскоре весь Рейх будет лежать в руинах. Уже после капитуляции Германии генерал Карл Спац, командующий стратегической авиацией Соединенных Штатов в Европе, спросил Германа Геринга, когда тот понял, что Германия проиграла войну. Геринг ответил: «Когда я увидел первый P-51 в воздухе над Берлином, я понял, что игра закончена». Вторая мировая война стала важным этапом в военном самолетостроении. С чертежных досок инженеров и конструкторов по всему миру сходили машины нового поколения. Как и в природе, уцелели лишь самые лучшие. Слабые исчезли. В начале войны преимущество в воздухе над Европой принадлежало летчикам Люфтваффе. На Тихом океане Zero был вне конкуренции. Однако с помощью новых конструкторских разработок, используя новые методы летных испытаний и производства, союзники вскоре догнали и перегнали противника. С новым оружием пришла и новая стратегия. Стратегам нужно было преимущество в воздухе. Инженеры и конструкторы на земле готовы были обеспечить его. Но в конце концов, судьба этой бешеной гонки за владычество в воздухе решалась самими летчиками. Эта гонка начиналась на чертежных досках, но все решалось в воздушном бою. Исполнительные продюсеры: Стюарт Рикент и Мишель Фуро. Продюсер и режиссер: Монт Маркхем и Эдам Фридман. Сценарий: Роберта Джей Литц. Главный продюсер: Хью Манро Нили.